Здравствуйте, Ера. Здравствуйте, Сергей. Мы вас поздравляем с презентацией вашего дебютного альбома в этом коллективе. И не могли бы вы нам немного рассказать о работе над альбомом? Какие были, может быть, трудности или какие, может, смешные моменты? Спокойно, спокойно. На самом деле, мне кажется, что этот альбом... Можно взять, да? Этот альбом — это вообще, в принципе, наверное, одна такая сплошная трудность была. Вот. Но в целом мы ее осилили. У нас... Были очень сжатые сроки, потому что все очень активно заняты, все работают. И в итоге вот я, допустим, я его сводил в последние уже 4 дня. И каждый вечер были сообщения в общей разговорной беседе ВКонтакте, все пропало. Да, то есть вот, я бы сделала так. То есть все просто было вот до такой степени, но тем не менее я поднажал, ребята мне помогли, и все у нас как бы сложилось, вышло все-таки. Может быть, какие-нибудь такие особые моменты, может быть, можете нам рассказать о каких-нибудь, допустим, вашем вдохновении, о том, что вас вообще сподвигло написать этот альбом, написать эти песни? Вы знаете, наверное, нашим вдохновением является то, что четверо, ну, дай бог со мной согласятся, достаточно музыкальных людей, совершенно не имеющие земли под ногами, знаете, таких... в хороших смысле психов, таких шляпников, собрались в одном коллективе и начали сходить с ума. И, собственно, вот этот альбом, наверное, да, это и есть самое главное подтверждение, потому что так как действительно Сергей его сводил уже в последние несколько дней, треки я услышала, вот, например, там несколько, вот та же песня «Следы» я услышала только сегодня. Я, знаешь, нельзя так любить себя, но, ребят, вы гениальные. Я, вот, знаете, хочу сказать вам честно, я послушала и сказала, боже мой, я работаю с такими... гениальными людьми. Потому что Вера не знала даже, что выйдет с этой песней, потому что это была песня, которую мы делали последней, и в какой-то момент мы понимали, что у нас ничего не срастается, в общем, у нас есть куплет, но нет припева, там, и мы просто с Жорой немножко дали себе сойти с ума, и ребят заинтриговали, вот, и до последнего момента им ничего не показывали. То есть Вера вот сегодня услышала только вот ВКонтакте уже эту версию, и она прям просто... Ну, у меня это, кстати говоря, вообще одна из любимых песен на альбоме. Вот, так что очень здорово, и, наверное, вдохновляем, но, наверное, сами друг друга, и наша жизнь, наше понимание, наше ощущение музыки, какие-то аккорды, которые совершенно случайно находятся, то, что иногда там, когда мы, не знаю, там, для того, чтобы создать текст, Сережа рассказывает свои ощущения, дает мелодию, мы там с Жорой садимся, начинаем по фразе собирать тексты из своих каких-то, вот, ну, как у вас, вообще, весь альбом у нас немножко такой психоделически кошмарный, то есть... Ну, по-разному, там все-таки да есть, не и по-разному, ну, все... Перестань, всегда он кошмарный. Вот. Кошмарный и, процесс работы. Но это потрясающе, потому что мы дышим в одном ритме, мы чувствуем в одном ритме, и мы хотим продолжать в одном ритме. В общем, как написано в нашей аннотации, к нам, аннотации, танцуйте в ритме вольц, собственно.
И еще будет к вам вопрос такой, раз вы сказали, что у вас такой был непростой процесс, да, правильно, создание альбома, что вам больше нравится, писать музыку, да, работать в студии или выступать? Дышать музыкой, Я думаю, жить вот музыкой. На самом деле и то, и то. Нет, то есть, потому что, когда заканчивается студийная работа, я понимаю, что вот после этих бессонных там 4 последних ночей, недель. Мне будет просто в понедельник, я пойму, что что-то вот в моей жизни исчезло, и надо начинать опять заново процесс нового альбома, потому что просто скучно становится как-то. То есть, ну, не то, что скучно, то есть вот как будто от тебя что-то оторвали. Вот. И вообще альбом — это всегда, это как бы ты вот его сделал и отдал потом, как, я не знаю, то есть это твой ребенок, а дальше все, он в своей жизни начинает жить. Я не знаю, у меня это в жизни, Майк, это дебют, это первый альбом, для меня безумно сегодня важный день. Но я вот, кстати, больше люблю за процесс репетиции, потому что и выступлений, потому что там я могу почувствовать людей, с ними пульсировать, с ними, не знаю, касаться их, встречаться взглядами. Это очень важно, когда ты чувствуешь, что ты действительно, ты еще несколько человек, это один настоящий организм. Ну вот то, что я надеюсь, сегодня увидят наши зрители. Ну, как мы уже с вами все знаем, у вас такой сегодня важный день, да, сейчас будет презентация. А у вас есть уже какие-то определенные планы на будущий год? Я думала, после презентации. Не останавливаться. Продолжать писать песни, общаться, приезжать на репетиции и продолжать, потому что хорошо пошло. Да, я думаю, что на самом деле из планов это обкатать этот альбом, да. Вот, покататься по городам, презентовать его там и, соответственно, неразрывно с этим продолжать процесс записи второго альбома, потому что есть треки, которые остались с записи этого альбома, которые в него не вошли, и мы уже, я думаю, что, ну, как-то по-новому еще подойдем к этому процессу. А вы уже решили, в каких городах вы побываете? Вы знаете, я вот, честно, я этим не занимаюсь, как бы, но вот у нас там есть человек, который решает. И напоследок, что вы можете пожелать своим поклонникам и вообще в целом всем музыкантам, начинающим рок-музыкантам, как бы, на что им стоит обратить внимание? Наверное, не стоит, как говорил Иван Дорн, не стоит стесняться. Вот. Да. На самом деле, у нас, мне кажется, сейчас сложилось такое поколение, когда так нереализованных идей. То есть у меня есть огромное количество знакомых, у которых отличные идеи, отличные песни, но они почему-то лежат в столе. И вот я бы, наверное, от себя хотел пожелать не запариваться над какими-то мелочами, там вот, а это вдруг не понравится или понравится, просто действовать и все. То есть в любом случае выдавать это все в жизнь. Можно я тоже кое-что пожелаю? Я как преподаватель вокала и человек, который очень интересуется вообще рок-направлением в нашей стране, я пожелаю не стоит стесняться учиться, друзья. Учиться, слушать, напитываться, не знаю, проходить через свой опыт, через чужой опыт. И думать очень важно. В музыке важно как уметь отпустить себя вперед, так и думать. И тогда, когда вот эти несколько вещей складываются, получается что-то по-настоящему, что-то очень хорошее, что-то такое очень ракешное. Спасибо вам большое за ваши советы. Желаю вам сегодня отжечь по полной и успехов вам творческих. Спасибо. Привет, ребят. Скажите нам, как вы познакомились с ребятами из группы Voids и как, почему вы приняли решение именно сегодня здесь выступить? Вообще, ну, расскажите нам и о себе, и о них. Мы давно их знаем, вообще-то, в принципе, под разными названиями даже. Поэтому, ну вот он скажет больше, потому что он с ним больше знаком. Да, шарик круглый, я вообще Сьюл Джуз, Джул Джуз, видали, что говорю? В общем, ну, пересекались давненько в одном учебном заведении. Но, слава богу, это время закончилось, и мы пересекаемся уже теперь в нормальных клубах и играем в рок-н-ролл. Ну, на самом деле, мир действительно музыкально очень маленький, поэтому тут все друг друга знают. А вы планируете какие-то, может, совместные записи каких-нибудь песен? Ну, вообще, когда они трансформировались в группу «Суббота 14», я, на самом деле, уже участвовал, играл какие-то соляки там в дичайшей песне с матом, и, в общем, панкуха какая-то была. Вот. А сейчас, если они ничего не предложат такое, как бы, лирическое про любовь, мы же теперь другие песни не поем, взрослые стали. Вот. И, ну, чё нет-то, конечно, давайте. Ну, вы уже смогли прослушать их новый альбом?
Ну, они же что-то уже показывали, какие-то пару песен. Вот клип, да, я посмотрел. И как ваши впечатления? Да, все путем, все путем. Все хорошо. Ну, может быть, нам еще скажете, какие у вас впечатления в целом от сегодняшнего концерта и от вашего собственного выступления? Ну, было тепло. Очень тепло, да. Энергично. Ну, хорошо принимали, хороший клуб, хорошая сцена, хорошие люди всегда. Очень приятно, что люди правда слушали, как бы, я даже попытался их так прощупать, не умерли там они, как бы. Живые. Да, живые. Хорошо, спасибо вам большое за ваш комментарий, успехов вам. Спасибо вам. До новых встреч. С нами сегодня группа Блики. Ребят, скажите, пожалуйста, какие у вас впечатления от концерта, от своего выступления, и немножко расскажите нам о том, как вы познакомились с группой Вольц, и вообще, как вы относитесь к их музыке? Значит, впечатления хорошие, все вроде бы было неплохо. А как мы относимся к группе Вольц? Мы вообще давно достаточно знаем их. То есть с Юлей, с барабанщицей, мы знакомы, мне кажется, уже лет 10. Она играла там в одной нам дружественной группе. Вот. С Сергеем мы вообще, можно сказать, практически братьями стали. Он нам сводил наш новый альбом. И с ним ночи напролет проводили в студии. Поэтому мы их знаем очень хорошо. Не, ну Коля у нас лучше всех знает, Сергей Вольц, а мы, как бы, я только один раз с ним до этого виделась. Впечатление от концерта, ну, можно было бы и лучше. А у вас в планах есть какие-нибудь совместные выступления с группой Вольц? Ну, мы с Вольц, мы тоже хотим сделать презентацию альбома, и мы бы, наверное, хотели Вольц позвать на нашу презентацию. А насчет даты как вы уже определились? Это либо июнь, либо... Январь, либо самое начало февраля. А что вы можете пожелать группе Вольц? Может быть, каких-то успехов или, может быть, что-то там подправить или позвать их там, к себе на какое-то мероприятие? Да, чего им пожелать-то? На самом деле, пускай просто выходят на сцену и жгут. Им ничего больше не надо. Не, у них замечательные песни, да. Отличный альбом. Вот. Мне очень нравится, что они делают, и надо только пожелать, чтобы они больше таких песен писали, записывали. Хорошо, спасибо большое. Будем ждать ваших совместных выступлений дальше. Хорошо, спасибо. О, Боже, спасибо огромнейшее. Спасибо, Ксения, спасибо. Дорогие друзья, позвольте мне, я стараюсь немного говорить, потому что хочется вам петь. Мы так долго этого ждали, хочется перед вами выступать. Я уже говорила сегодня о том, что не сегодня, а ВКонтакте делал такой пост, что я очень жду, что будут определенные люди, которым мне хочется спеть некоторые песни в глаза. Сегодня будет несколько таких песен. Я думаю, вы узнаете себя. Thank you.
Пожалуйста. Мне очень понравился альбом. И вообще, как пою. А, конечно, куплю. Я буду искать его, не знаю, на следующей неделе. Я когда пришла к ней заниматься вокалом, и я очень рада, что сейчас я нахожусь здесь, на этом концерте. Очень рада, что у них вышел альбом. Это замечательно, и буду приходить на все, конечно, концерты и дальше. Концерт был потрясающий, они все очень молодцы, и здорово. Вера, спасибо большое за этот концерт. Я раньше не слушала все песни, и очень извиняюсь за это. Но то, что сегодня я послушала, было очень классно. Я желаю вам оставаться такими же отрывными, такими же веселыми. И рок! Вера, привет! Спасибо за приглашение. На самом деле, что самое интересное, не слушая рок, вот, любя попсу, мне действительно безумно понравилось. У тебя очень запоминающиеся песни, ты круто ведешь себя на сцене, есть чему учиться. Будем заниматься, приходить на мои занятия, вместе сочинять, и дальнейших вам творческих успехов. Очень круто было. Спасибо. Группа Вольц, концерт огонь, от всей метал-тусовки вам респект. Альбом классный, вы молодцы. Все будет рок! Спасибо вам огромное за концерт. Это было фантастически, очень энергетически заряжено и невероятно круто. Спасибо. Будьте везде, пожалуйста, пробейтесь на все радио, на которые возможно, и завоюйте свою настоящую популярность. Мне понравилась, конечно, Вера. Вольц круто, супер концерт. Мега профессионально, очень-очень понравился концерт. Класс. Дальше развиваться, конечно, второй концерт намного быстрее, чем первый. Много-много концертов и стадионы, рок. Отличный концерт, Вера отлично поет. Да, то есть вот мне добавить нечего. И приходите еще, Вольц это. Концерт очень понравился. Веру Фокс знаю с базы Т-34, на которой мы репетируем, поэтому с удовольствием приехал сегодня послушать. Вот, было очень классно, супер. Пожелания дальнейшего развития, скорейшего выпуска второго альбома, чтобы он был еще лучше, чем первый. Вот. Всех благ. Вот, и, меня зовут Мария Тайлер, я являюсь учеником Fox Sound, школы вокала Веры Фокс. Собственно, там я с ней познакомилась. Вера не только потрясающий педагог, но она и настоящая рок-звезда, чему учит всех своих учеников. И мы надеемся, что мы тоже станем рок-звездами очень скоро. И, конечно, очень здорово видеть, когда педагог не только педагог, но еще и артист настоящий. И группа Вольц, одна из, наверное, это единственная группа с русскоязычными текстами, которую я действительно слушаю и которая мне действительно нравится. Так что спасибо им большое, был обалденный концерт, очень здорово. Спасибо большое, жгите еще. Да, добрый вечер, меня зовут Александр. С Верой мы познакомились очень просто, она является моим преподавателем по вокалу. Кстати, отдельный респект студии, инструментальной, вокальной, вообще музыкальной студии Fox Sound, которую, кстати, возглавляет наша замечательная Вера, вокалистка группы Вольц. Собственно, за становление вот этого проекта Вольц не могу сказать, что прям вот за каждым шажочком, но так получилось, что это началась вся эта уже история после нашего знакомства с наблюдаем с каких-то самых первых дней. Я помню, как проходила презентация сингла. И вот, наконец, альбом. Ну, это было замечательно. Объективно говоря, это, конечно, шик. Это очень интересный русскоязычный материал. Это шикарная задумка, шикарное исполнение. Собственно говоря, сегодня второй концерт Вольц, на котором я имею честь присутствовать. И снова это очень-очень-очень большое удовольствие. Очень здорово. И обязательно буду на следующем выступлении этого коллектива. Фан-клуб группы «Банкнота». Знаем их очень давно. Ездим с ними на гастроли. И «Вольц» тоже. И «Блики» тоже. Очень давно хотели побывать на концерте. Чтобы все вместе. Очень все желаем, понравилось. Все. Процветания. Дальнейших творческих успехов, да? Обязательно. Обязательно. Александр. Спасибо. А кем вы приходите из группы Вольц? Откуда вы знакомы с их творчеством? Слушатель, моя жена Татьяна, в общем-то, ей нравится эта музыка, и я, в принципе, ей, потакаю, и одновременно мне тоже она понравилась. Как вам сам концерт вообще? Что понравилось? Слушай, понравилось как выступление разогревающих групп, так и, в общем-то, Вольц понравился группа.
Хорошая. Как считаете, площадка достойная или пора на Олимпийский выходить? На Олимпийский немножко рановато, но в принципе они уже переросли эту площадку. Они готовы на следующую площадку. А следующая какая может быть? Я пока не знаю, это они просто определяют. Какая песня больше всего понравилась? У меня, так как я первый раз слышу эту группу, в принципе, пока нет еще предпочтений, они мне нравятся все. Но будете слушать после концерта? Закачаете себе в телефон, на мобиль, на диск? Да. Аж пожелание группе. Выступайте хорошо, чтобы даже такие тугоухие люди, как я, вас качали к себе хотя бы в машину. Меня зовут Жанна. А как вы попали на этот концерт? А я тетя Вера. Тетя? Да, я ее родная тетя. Замечательно, значит, вы непосредственно связаны с музыкой. Ну, небольшое отношение имею к ней, да. Как относитесь вообще к творчеству группы Вольс? Мне очень нравится. Чем? Они живые, они искренние и живые. Они заряжают энергией, даже когда плохое настроение, ты приходишь, они начинают выступать, и они тебя заряжают, у тебя настроение поднимается, кажется, все хорошо. Ты на Олимпе. А как сегодняшний концерт вообще? Что понравилось, что нет? Понравилась группа Вольс. Еще придете? Обязательно. Футболку купите? Кстати, почему действительно не футболки, родная? А? Будем подбирать размер. Нет, вместе с группой Вольс все будут на Олимпе. Слушайте группу Вольс. Добрый вечер. Я хочу сказать, что Вольс прекрасная группа. Представьтесь. Кирилл Иванович Кусков, я хочу сказать, что... Вы вообще с кем-то из солистов группы знакомы? Как вы сюда попали? Знаком с Сергеем опосредованно, но мне очень нравится творчество этой группы. Они делают охренительную музыку, им очень круто все. Еще придете? Конечно. Альбом? Да, да. Ну, альбом я пока не слышал, но я думаю, что у них получится все отлично. Меня зовут Михаил Шаев. Говоря, я гитарист группы Арда, бывший гитарист группы Артур Перкут. С музыкантами группы Вольс я знаком довольно давно. Великолепный альбом, шикарная презентация. Было все так, как я на самом деле не ожидал. Очень много народу. Все было, несмотря на то, что было большое количество зрителей и очень камерно и душевно. Великолепное взаимопонимание с залом. Да, что пожелаете? Ну что я могу пожелать? Я могу пожелать только то, чтобы на следующей презентации альбома второго группы Вольс было как минимум в 1000 раз больше человек. А концерты этой группы, как вы считаете, на каких площадках Москвы могут быть? Вы знаете, мне на самом деле понравилась и эта площадка, я здесь первый раз, и она меня впечатлила. Но я надеюсь, что в следующий раз будет что-нибудь наподобие Rage Against the Machine или... Moscow Town, который был когда-то. Ну, дай бог, чтобы у них все получилось, да? Роста. Самосовершенствование и никогда не останавливаться на достигнутом. Слушайте, Вольс, вы будете на Олимпе. С творчеством группы я познакомился. Мы вместе работаем и, собственно, как бы на моих глазах эта группа появлялась. Как вам концерт, как впечатление? Превосходно. Ребята долго работали упорно, и поэтому получили такой отличный результат. Как вы считаете, не зря? Ну, а как вы считаете, если результат хороший, то зря это или не зря? Ну, вам все понравилось. Да, а вам? Мне... Супер, что пожелаете? Что? Что пожелаете группе? Ну, чего пожелать группе? Делать дальше, лучше, больше. Я долго учил, даже залез в интернет, посмотрел, и оказывается, не вводится как вальсировать немецкого языка и получать радость сам. На следующем концерте я получил большую радость. Обычно я слушаю веер от учеников и песни, которые...